Всем привет! У нас новая игра под названием Imhotep, и я ее для вас сегодня распакую. Посмотрим, что внутри этой достаточно большой коробки. Но, несмотря на это, она достаточно легкая. Посмотрим, насколько в ней много компонентов, потому что игра из себя представляет победитель 2016 года по множеству премий. И вот давайте ее распакуем и посмотрим, что там происходит внутри. Крышка вверх, коробка вниз. Эх, самое мое нелюбимое, но самое интересное внутри. Правила, как всегда. Давайте посмотрим, насколько они большие. Да, достаточно большие в длину правила. Или в ширину. В ширину, по-моему. Не, или в длину. Не буду путаться. И очень много различных иллюстраций. Все, что связано с Египтом. И на данный момент можно сказать, что их нужно будет поизучать. И я надеюсь, кстати, она будет не сильно языкозависимая. Так, дальше. Что у нас здесь идет? О, даже что-то... Смотрите, просто сразу все выпало то, что надо. У нас есть кораблики, на которые мы будем ставить различные блоки. Давайте вот этих три больших. Они плотные и очень красивые. Вот прям как в Древнем Египте, как переплавляли эти различные каменные блоки. Это сюда. Это какие-то планшетики, куда будут приплывать наши корабли, да? Это как я смотрел. Вот сюда должны будут они вот так вот приплывать. И что-то, какие-то действия будут делаться. С этим пока сюда. Потом у нас есть трек победных очков. Мы будем завоевывать. Кстати, это евроигра, да, на победу по количеству победным очкам. Так что сразу об этом знайте. Блин, на самом деле не очень удобно вытаскивать, потому что уже все разваливается прямо при вас. Это сюда, это сюда. Игра от 2 до 4 игроков. У каждого будет свой цвет. Коричневый, серый, черный и белый. Вот будем играть. Игра полностью стратегия. Надо будет продумывать свои ходы наперед. Так, это сюда. И основную массу компонентов. Так, кстати, пакетик. Основную массу игры, видно, веса составляют вот эти вот блоки кубиков. И чтобы вы понимали, сейчас я вам покажу, они большие. Не просто маленькие кубики, как в других различных играх, а они большие. Наверное, где-то сантиметр на сантиметр, чтобы вы понимали. Вот такие. И каждый кубик, он, конечно, легкий, но когда вот это все держишь, они уже становятся очень увесистые. Но при этом кубики очень приятные на ощупь. Не чувствуется, что они какие-то острые, там можно о них пораниться. Они прям приятные, вот такие, даже слегка глянцевые на ощупь. Это есть. И как раз 4 цвета, как я и говорил. Серый, белый, коричневый и черный. Доставать я их не буду. У нас остается только, что есть в игре карточки маленького размера. Сейчас открою и посмотрим дальше. Вот такие карточки небольшого размера. Посмотрим, что здесь внутри. Немного английского текста. Это не проблема. Это даже хорошо. Значит, будет легче переводить на русский. Ну, буквально вот какие-то фразочки, которые нужны будут для игры. Возможно, это карта, которую мы будем разыгрывать и что-то нам будут давать. Или нет. Это карта миссии. Здесь написано, что в конце игры получите там то-то, то-то за то-то, то-то. Наверное, это так, да. Их достаточно много. Я не знаю, ну, штук где-то 40. И, кстати, относительно качества карточек, они, ну, достаточно крепенькие. Если их часто не использовать, я думаю, можно и так вот, оставить, как они есть. И относительно протекторов, ну, размер вы видите сами. Наверное, это все-таки сложнее найти в магазинах, чем для стандартного размера. Так, с картами понятно. Кстати, по обложкам у них вот такая оранжевая. И вот какая-то вот как Медина, площадь вот эта мусульманская. Да, это пусть будет здесь. Так, и давайте мне еще интересно посмотреть, что здесь под всем этим кроется. Потому что, ну, выглядит оно, конечно, интересно. В виде такого, я даже не знаю как. Ну, давайте будем говорить, что это прямоугольник. И выглядит это очень странно. И на данный момент я не знаю, для чего так сделали. То есть, ну, наверное, чтобы было меньше воздуха в коробке и больше атмосферы. Наверное, вот так вот. А само игровое поле, оно составляется вот из этих блоков, и будут различные действия. Кстати, здесь тоже есть текст, но
Это тоже не сложно. Вот и все. Вот и вся распаковка с корабликами. И, конечно, с этими всеми кубиками. Это классно. Это была игра. Это была распаковка игры Imhotep. Спасибо, что посмотрели эту распаковку. Поставили большой палец вверх за то, что я все уронил. И подписались на канал. Так что всем пока. И смотрите, скоро будет партия этой игры. Пока.